А вот так выглядит Дарума на конец июля. Мне не нравится, честно говоря, потому что у нее вот такие уже цветочки с пятнышками. Вид довольно мусорный. Но это и понятно, потому что она цвела самая первая. Вот, наверное, для второго плана она подходит больше. А вот это конфетти. Вот такой вот куст в этом году. Вытянутые такие вот метелки. Жду, когда начнет розоветь. Она очень красиво розовеет, зеленеет. У нее такие действительно как конфетти будут пятнышки. А вот это чудесный сорт Infinity. У него невероятного цвета стебли. Они ярко-розовые и очень красиво сочетаются с такими зелеными листьями. Цвести пока даже не собирается. Но, в принципе, мне даже, наверное, и не нужно, чтобы он цвел, потому что цветет он больше фертильными такими бусинами. Сам по себе прикольно выглядит. А рядом еще одна новая гортензия, которая в прошлом году не цвела. Это Royal Flower. И тоже я не вижу цветочных почек, но какие-то огромные листья. И тоже красивые красные стебли. Вот это первый год собирается цвести двухлетний куст Strawberry Blossom. Похож по форме куста и по листьям, и по соцветиям пока что на ванилу фрайс. Тоже должен быть очень красивый, розовый. Но не хватает то ли тепла, то ли времени. Очень медленно в этом году все гортензии набирают бутоны. Ну а это самарская лидия. В этом году она вымахала 1,50 м. Просто удивительно. Такие длинные ветки у нее. И бутоны заложила только на некоторых она побегах. И тоже, видимо, будет очень-очень долго в этом году раскачиваться. Вот она какая. А рядом с ней сидят 4 кустика полистар. Полистар, честно говоря, удивил меня. Говорят, что это карликовый сорт, но вообще-то не похоже, что будет карликовый, потому что и листья крупные, и ветки уже перегнали заявленный размер. Из 4 полистаров зацвел только один в этом году. Вот он. Снизу такое маленькое соцветие. Наверное, нужно время, чтобы они разрослись. Их забили астры. Вокруг посадила астры. Вот они какие.